13 видеороликов с пропагандой и агитацией употребления наркотических средств выявлено прокурорами Каратальского района Алматинской области. Они найдены в ходе мониторинга работы интернет-ресурсов на одном из самых популярных сайтов. В них подробно рассказывается, как выращивают коноплю и какого сорта, а также каким способом изготавливать из нее марихуану. Прокурор района направил иск в суд о признании пропагандируемой продукции незаконной и о приостановлении ее распространения на территории Казахстана. В итоге районный суд требования надзорного органа удовлетворил. 13 видеороликов признаны незаконными. Исполнение решения суда возложено на Министерство информации и коммуникации о приостановлении данных видео, незаконных данных видеороликов в распространении в интернет-ресурсах.